Город Сочи. Сад российско-японской дружбы. Дракон под пальмами. Рядом с высокими домами морской дворец написано. Ну, возможно, это жилой какой-то комплекс, а возможно, и гостиница. Такие вот высокие дома сейчас в Сочи строят. Цветы, камни. Сейчас я пройду по этому саду. Попробую его немного показать. Каменная дорожка выложена. Вот я по ней иду. Вот эти белые камни расчесанные явно изображают воду, речку. Мостик переброшен через эту каменную речку. Прохожу по нему и иду дальше по каменной дорожке. Еще один мостик через эту же речку. Деревья, напоминающие бонсаи. Ну, правда, большие, побольше, не бонсаи, но форма у них такая. В Японии, по-моему, нету пальм, а в Сочи есть. Смычка Японии и города Сочи. Так, Кайлас. Ну, это кафе. Вот тут кафе-пекарня, сад. Ну, по-видимому, японский сад. Ну, я вижу, тут проводятся работы какие-то, прибирают. Но это хорошо, конечно, только эти вот тазы сейчас не очень красиво выглядят. Ну, наводить порядок и поддерживать, это, конечно, правильно. Это, наверное, сад камней. Я туда не пойду, не буду мешать. А вот эти камушки, так уложенные, как бы, как чешуя, по-видимому, наверное, тоже какая-то вода. Такая с рябью волнующаяся. Вот было бы хорошо, если бы тут были сакуры. Но что-то я их тут, кажется, не вижу. Ой, немножко неровно. Это сосна. Крымская или, не знаю, южная, с такими длинными-длинными иголками. Но вот видно, как она наклонена. Так, как принято делать в бонсаях наклоненную ветку. Кажется, это называется иранская сирень. Она не пахнущая. И вот опять река из белых камушков. Перехожу эту реку по камням. И выхожу в бамбуковые ворота. Через бамбуковые ворота выхожу на улицу. Курортный проспект он называется. Вот такой сад русско-японской дружбы.